Пострадавший от взрыва нардеп Мосийчук требует от парламента расследовать покушение на него. Сегодня он дал брифинг для журналистов, сообщил, что будет на заседании Верховной Рады 7 ноября. Это уже следующий вторник, хотя пока Мосийчук ходить не может. Также его помощники хотят добиться от правоохранителей дополнительной квалификации дела, покушения на госдеятеля и убийства двух и более человек. У вівторок парламентское заседание наступного тижня має почати створення тимчасової слідчої комісії по розслідуванню замаху на життя народного депутата Ігоря Мосійчука і терористичному акту, який відбувся внаслідок цього. Парламент не має права мовчати. Напомню, 25 октября в Киеве у здания телеканала «Эспрессо ТВ» прогремел взрыв. Бомбу заложили в припаркованный рядом мотоцикл. В результате погибли два человека, охранник нардепа и случайный прохожий. Ранения получили помимо Мосийчука политолог Виталий Бала и проходившая мимо женщина. И пока радикал трубит о покушении, зарабатывая политические бонусы, здоровье других пострадавших не позволяет им раздавать комментарии. А вот что мешает силовикам рассказать о ходе следствия, неизвестно. Сегодня мы обратились к ним с запросом, но ответ так и не получили.